И в начале заседания Совета Безопасности России, которое этим утром провел Владимир Путин, обсуждали спецоперацию по защите населения Донбасса. Как отмечается, все идет по плану. И, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, участвовать в ней спецоперации изъявили желание добровольцев с Ближнего Востока. По его словам, из разных стран поступило уже более 16 тысяч заявок. Причем ехать в Донбасс готовы не за деньги. Также, по словам Шойгу, на фоне бесконтрольных поставок к Западу оружия на Украину Минобороны России предлагает передать милиции ЛНР и ДНР средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы, причем и трофейные тоже, а именно танки, бронемашины и стрелковое оружие, комплексы «Джевелин» и «Стингер». И, наконец, с учетом того, что Запад усиливает свое присутствие у наших западных границ, Генштаб России завершает разработку плана по укреплению, в свою очередь, наших западных рубежей. Речь о переброске боевых частей и новых современных комплексов. Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Это первое. Второе, что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов. И третий вопрос, что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении со стороны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить по результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующие решения.